зрение на прокачку. Минус 1,75 левый глаз и минус 2,5 правый. Что изменится? Изменится, наверное, много. Что просто, ну, одно дело это иногда надевать очки, а другое дело, когда ты просыпаешься, как видишь все, засыпаешь, как все видишь. Конечно, эмоции вообще... Как перед экзаменом, как здесь осенний. Домой пришли и поспали, ладно? Чувствую, что я пишу. Офигеть, как круто. Как говорится, лучше попробовать один раз, чем 200 раз говорить. Привет, братва! Сегодня у нас особенный видос. Можно сказать, зрение на прокачку. Дело в том, что у моего друга Грина завтра будет операция или коррекция, лазерная коррекция для глаз, да, как это правильно называется? Лазерная коррекция зрения. Лазерная коррекция зрения. В общем, поговорим немного о зрении, это реально важная вещь. Я как бы сам столкнулся, вот год назад у меня сильно просело зрение. В общем, сейчас вы узнаете, что такое эта операция, что она вообще дает, какие плюсы и минусы. Ну, короче, это интересный видос, так что досматривайте до конца. Я вам желаю приятного просмотра, готовьте чайоку и погнали. Для начала, Грин, расскажи, как сильно тебя тревожит твое зрение, когда оно начало падать, вообще как в детстве было или сейчас. Кстати, Грина я знаю еще со школы, я помню... с первого класса. С первого класса вместе. За все, что делаем, отвечаем тоже вместе. Короче, помню, уже где-то в пятом классе, в пятом, шестом, ты уже сидел в очках, да? Тогда как раз, по-моему, тебе прописали их. Ну да, я не любил их носить, ну как в школе, это стрёмно было. А сидеть на первой парте было тоже стрёмно, поэтому я фигово стал учиться, как бы. До этого я хорошо учился. Ну и потом, как бы, не сидеть, это такая же фигня, да и вообще по жизни. Какое зрение, скажи? Ну, минус 1,75 левый глаз и минус 2,5 правый. У меня год назад было минус 0,5 и 0,75, но это почти вообще фигня, то есть, по сути, почти единица. Но сейчас я чувствую, у меня, наверное, минус 1 точно на каждой есть. Вот, то есть, ну, у меня зрение садится чисто из-за компа, потому что я очень много провожу времени за компом. Стараюсь делать меньше, но все равно приходится поправлять за монтажерами много. Вот, ну, короче, а даже если не монтирую, я все равно смотрю YouTube, мне нравится YouTube, просыпаюсь сразу там, типа, смотрю в телефон, ну, короче, постоянно, из-за того, что у тебя зрение постоянно только на вот таком расстоянии примерно находится, ну, фокус, оно как бы слабеет и далеке тоже плохо видишь. Плюс свет от экрана. Плюс свет от экрана, да, ну, короче, есть много всяких вещей, из-за чего зрение садится. Как-то раз мы с Димой встретились на день рождения нашего общего друга, ну, и за стаканчиком у нас зашел разговор на тему зрения, у Димы недавно что же, как бы, ухудшилось зрение. Мы решили мне сделать подарок на день рождения в виде операции по коррекции зрения лазерной. Вот, и сейчас вот мы едем на первичное обследование и посмотрим, что нам там скажут. Ну, в общем, сейчас сходил на обследование первичное, у меня закапали глаза. Смотрели меня, наверное, штук на 10 приборах разных, там, ужас, конечно, полный, светили мне в глаз, там, лазером, фонариком, там, по-всякому вообще, так-сяк. Не очень, конечно, приятное ощущение, глаза там слезятся, и такое ощущение было, что вообще слепнешь там, пока тебе светит, и все изучают. Ну, в итоге, на самом деле, не очень все хорошо у меня с глазами, там, астигматизм на одном глазу, на правом, и зрение вообще разное, типа, там, 1,75 и минус 2,5, то есть левый, правый, соответственно. Врожденная катаракта, ну, это, вроде говорят, фигня, типа, там, по краям. Ну, роговица там не очень толстая, и поэтому не особо там разгуляться, то есть операцию можно будет только один раз сделать. Дальше уже толщина не позволит делать надрезы. Ну, в общем, так, все, конечно, не очень плохо, но и не очень хорошо. Ну, что, будем делать операцию, как бы, через пару дней уже у ведущего специалиста клиники. Будем надеяться, что все будет хорошо. Я, как бы, ну, конечно, я волнуюсь. Не то, что боюсь, а вот прям переживаю, все время об этом думаю. Ну, тоже так лечь на операцию всегда, как бы, определенный страх, волнение. Но я думаю, нормально все будет. Хорошая клиника, хорошие врачи, хорошее оборудование.
Life it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. Расскажи, как на BMX было кататься с таким зрением? Насколько плохо трюки делали? Там, все ли ты видел четко там днем, ночью? Ну, днем, в принципе, нормально. То есть, если солнечный свет, как бы, ну, большой нет, как раньше. Ну, естественно, я узнаю об этом только когда сделаю, поэтому покатаюсь. Может, я там четче. Получается, ты пока еще ни разу не видел нормально вот BMX, там вот рулю, как-то на барспин делаешь. Не, ну это-то я вижу. Ну, знаешь, там приземы, там какие-то радиусы. А, да-да, когда ты большие трамплины прыгаешь, то, получается, дальний трамплин у тебя такой размытый. Ну да, примерно. Ну не то, что размытый, как бы я все равно вижу, как и все люди. Просто, ну там, края, ну не супер четкие. То есть, может, у меня прибавится плавности. Скоро, какой-то... возможно, ты увидишь мир прям четко. Да, да, буду вкатывать плавнее, там, летать выше. Да, вот солнце, ну, катаешься до вечера, а потом солнце садится. Вот, вот это самая проблема. Вот в такие моменты я вообще перестаю понимать края фигур, то есть я... Серьезно? Ну, я могу сделать фуджем, например, на радиус, но ты на пол... чисто, наугад, чисто, да, уже? Ну, чисто на мышечной памяти, вот на том, что я его делал там сотни раз, только на этом. И то, как бы, делаешь такое, и потом понимаешь, что я встал к краю там не настолько, там, а вот так вот. Нихера. Ну, такие темы, что, ну, вот, в сумерки вообще теряется, как бы, именно чувство вот этих расстояний. То есть я могу прыгнуть в фанбокс, но хоть я и, как бы, знаю его, как, ну, чувствую, как, что столько раз я его прыгал, но бывает, что, как бы, вот эти... ощущение оно подводит, и ты там просто офигеваешь, что о, куда я лечу. В сумерки вообще теряешься, короче, вот. Ну да. Ну вот, кстати, даже в той же жести. Да, если это же. Там как бы на фанбоксе нормальное освещение, а вот в рампе уже фиговенько, и там где-то, где-то, короче, где нет лампы прям сверху, там уже тоже так не очень комфортно себя ощущаешь, не прям чувствуешь фигуру. То есть, ну, мне кажется, если видеть парк как бы идеально, ну, наверное, все-таки попроще кататься. Style in the way she walk, sending mixed emotions in the way she talk. If it ain't her way, it's the highway. She treats every day like it's a Friday. Up late, early morning, puts a pic on the gram just so she can feel important. She's distorted. Ну давай вернемся к операции, она уже завтра. Что ты чувствуешь, что ты начитался вообще, какую информацию ты знаешь? Да слушай, почти все я уже узнал, как бы, что можно. Наверное, так... со всеми знакомыми, кто делал, да? Да, там? Конечно, много людей мне говорили, что, ну, конечно, придется потерпеть, но потом... Терпеть чего? Это больно вообще делается или нет? Ну, по идее, не больно, но неприятно. Там несколько суток ты как бы как в тумане ходишь, то есть быстро становится, но не прям сразу. Сейчас. А сколько сама операция длится? Как вообще она, как это делается? Ну, если так не вдаваться особо, на глазу делается круговой надрез, откидывается такая крышечка верхнего слоя, а потом вот на той поверхности, которая под этой крышечкой, ее шлифуют, выпаривают даже лазером, придавая ей нужную форму, и, а потом назад этот лоскут, ну, прикладывают, и он прирастает. Сколько длится? От 7 до 15 минут на то глаз. То есть за 7 минут врачи как бы лазером срезают вот сейчас верхнюю оболочку, там все настраивают, ну, линзу аля меняют, ну, да, 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 типа, да, типа, и потом того. Сверху обратно, да, делают. Ну, это как бы делает типа компьютер, но под управлением человека. Но там то так, есть там... есть человеческий фактор ошибки, да? Ну, практически нет. Там сейчас техника до того дошла, что если ты дернешь глазом, там стоят датчики, на глаз, ну, которые смотрят тебе в глаз. Если ты дернешь глазом, он понимает, на какой угол ты дернул, и останавливает лазер на этот момент. Потом, когда ты возвращаешь глаз на место, он продолжает операцию. А, то есть место. У тебя будет задача во время операции, это просто смотреть тупо прямо куда-то. Ну да, этого. Типа в точку. Которая... И ты, естественно, будешь, ну, без наркоза, без ничего. Типа. Ну, там есть местный наркоз, то есть капли закапывают, и 10 минут ты ничего не чувствуешь вообще глазами. Тебе можно хоть там иголку в глаз воткнуть, ты не почувствуешь. Ну, ты как бы видишь ими, да? Ты контролируешь, да, да, все, как бы. Смотришь в небо, смотришь в лазер и... И ждешь, пока тебе там... Да, и слепнешь от этого. Ну что, будем держать за тебя кулачки, за твое зрение. Есть что сказать напоследок перед операцией? Ну, перед, наверное, нет. Расскажу после. Так что перед, ну, а что я могу сказать? Я только думаю завтрашнем дне о том, что... Что изменится, а изменится, наверное, много. Что просто, ну,
Одно дело это иногда надевать очки, а другое дело, когда ты просыпаешься, как видишь все, засыпаешь, как все видишь. Едешь на тачке, там, не знаю, смотришь на закат, на залив, поднимаешься на какую-нибудь там крышу, оттуда все видишь. Вот хотелось бы на самом деле такую тему посмотреть. Потому что, по-моему, ни разу не было на крыше так, чтобы, ну, со мной очки были. То есть так, чтобы город, знаешь, увидеть с крыши какой-нибудь. Ну вот, мы пришли на место. Сейчас будут опираться, буквально через 5 минут уже начинается. Конечно, эмоции вообще. То есть в какой-то момент я думаю, что просто, может, ну нафиг все, домой пойти, жить дальше так. Ну, потом понимаешь, что это все-таки, как говорится, кто сыт, тот гибнет. Вот, но уже меня колбасит, я даже вот не могу там пару слов связать. На самом деле, как перед экзаменом, только в 10 раз сильнее. Ну, прям такое ожидание, это самое вообще. Самое фигуха. В самое ближайшее время действие анестезии будет заканчиваться. И вот тут ты все почувствуешь, да? Да, вот это терпеть, перетерпеть. Но помнишь, что если вот ты терпишь, но ну, тебе плохо, да, терпеть совсем боль не надо. Ты принимаешь дополнительно любые обезболивающие. Рассказывай. Гамма эмоций даже так не выразить. Ну, на самом деле, просто не сильно прям приятно, то есть из-за непонятности, то есть вроде как бы все знал о ней, то есть мне все рассказали по 10 раз. Но это самое, все равно, в общем, когда тебе там присасывают лазер в вакуум, это как присоска к глазу, это очень странное ощущение, тем более тебя глаза еще мало чувствуют после анестезии. Но в целом, операция очень быстро, как я не знаю, сколько времени прошло, там, не думаешь о времени. Думаешь о том, как бы не накосячить, как бы то, что должен помогать врачам. Ну, то есть смотреть там нужную точку, там нужно положить глаз, не дергать, моргать, когда говорят. Ну, ты все видишь, то есть видишь, как тебя, ну, может, только не видишь, наверное, момент, как отрезают лоскут, который откидывается потом в сторону, но ты видишь, как его откидывают, прям не чувствуешь, но прям видишь, что такая крышечка, типа, снимается с твоего глаза. Потом, когда лазером выжигают роговицу, ну, не роговицу, а вот это слово, не помню, как называется правильно, чувствуешь жжение, вот это вот, знаешь, такое, как в стоматологическом кабинете, когда зубы пилят, вот тоже похоже. Ну, что его испаряли лазером. Запах-то такой, жжение неприятный. Ну, потом тебя промывают глаз, уже как бы уже в этот момент понимаешь, что уже лучше видишь. Но раз тебе назад твой лоскуток обратно прифигачивают, там, протирают еще все. О, буря, короче, просто эмоции. Хотя, конечно, я так спокойно себе говорю, но в голове просто. Ну, короче, кто сомневался, ребят, решайтесь. Тема стоящая. То есть, если вам делали какие-то операции, там, не знаю, на руках, ногах, это вообще лайт. Чуть-чуть неприятно, но вот именно такого какого-то страха, ну, ничего страшного в ней нет, в общем, вот. Такие дела. Сейчас очень, конечно, жестко становится. Ощущение просто, ну, левый глаз как-то пофиг, а вот вправо просто, как мне прям песка, да, закинули. Прям вообще так хочется его вытереть, там, протереть, как-то зажмуриться, но нельзя. Понятно, да, закрой глазки? Молодец, все хорошо. Значит, я закапываю из двух лобочков, потому что у нас должны посмотреть, ладно? А вы думаете, там, зелененько, ровненько все. Спать не хочется еще? Спать? Хочется. Вот, домой пришли и поспали, ладно? Вообще очень жестко, ничего не вижу. Вообще не хочу ничего видеть. Глаза просто болят. Песка вообще полные глаза, как будто. Ну, в те моменты, когда я редко их приоткрываю, чтобы увидеть, куда идти, я чувствую, что я вижу, офигеть, как круто. Ну что, Грин, я поздравляю тебя с новым зрением, просто новым видением нашей жизни. И, к сожалению, я не смог побывать в те дни после операции, потому что я был в Москве. Расскажи вообще, как все прошло именно после самой операции. Ну, после операции сначала было, конечно, очень жестко. Часа три глаза люто болели. Их жгло, прям, да, или как? Ну, прям резало. Ну, представьте, разрезали глаза и на место. То есть, когда отошел наркоз, было больно прям, да? Да, да, вообще прям жестко. Типа, хотелось прям выцарапать все глаза. Ну, я приехал домой, закинулся обезболивающим. Ну, стало получше, попробовал поспать. Ну, так себе, на самом деле, все. Думал, что, ну, какая-то жесть происходит. На следующий день уже, как бы,
было хорошее зрение, но все равно дискомфорт сохранялся. Целый день особо никуда не ходил, ничего не делал, просто лежал, зашторил шторы и сидел дома, чтобы... Ну... В темноте, да, просто? Да-да, ну, просто глаза болят, ну, типа, сухие прям, ну, так, не прям жестко, но не очень круто. Вот, а но потом... затем наступил день X. Да, на следующий день пошел в магазин с утра и просто вообще прозрело то, как я увидел асфальт даже, там, текстуру, просто как будто в игре какой-то компьютерный включил, там, 4К, я не знаю. После, да, там, да, даже асфальт по-другому смотрится. Да, да, ну ты видишь прям всю текстуру асфальта, там, ну, каждый камушек, каждую там песчинку в нем. Вот, ну, ходил в магазин, там тоже, типа, офигел, сколько всего интересного в магазине. Ну вот, а сильно разница прям изменилась до и после? Да, конечно, разница, ну, просто, я уже не помню это время, но стали так вот отчетливо. Мне кажется, что я в каком-то там полуслепоте жил, ходил там что-то. Ну, просто ты идешь и видишь перед собой, ну, грубо говоря, там вот 5 метров как будто. А дальше у тебя, знаешь, как не прорисовано, типа. То есть что-то есть, то есть объекты, там, дома, машины, ну, ты их видишь как бы как объекты, но не видишь их деталей. То есть, ну, просто я не знаю даже, чем сравнить. То есть ты вообще не ожидал, да, что настолько будет четко? Ну, я на самом деле, как сказать, ожидать-то ожидал, но что бы ты ни ожидал, ты пока сам это не видишь, типа, не поймешь. Такая тема, как говорится, лучше попробовать один раз, чем 200 раз говорить. Слушай, ну вот скажи зрителям, осваиваясь на свой опыт, пройдя операцию, реабилитационный период, а вот какое-то зрение было до, стало после, но стоит это делать или не стоит? Ну, конечно, стоит. Как бы, если тебе не пофиг на себя, на то, что как ты хочешь воспринимать мир, конечно, стоит. Ну, а если там линзы, очки, сколько это? Ну, очки не то вообще. Ну, очки тебя стесняют, ты, они могут упасть там, не знаю. Ну, это что-то лишнее все равно. Ну, то есть ты реально рекомендуешь себе, да? Да. Да, ну, линзы я не носил, поэтому с линзами не подскажу. А так, я считаю, для себя, что это надо было сделать. Просто, получается, долгое время, ну, как-то все хотел это сделать, но что-то не было повода, и пока ты не сделал мне такой подарок на день рождения, ну, как-то я даже не думал об этом всерьез, типа, думал, когда-нибудь, что-нибудь. Но теперь жалею, что не сделал этого на пару лет раньше, реально. Да? Ну, ты мир воспринимаешь совершенно по-другому. Даже, блин, простая поездка куда-нибудь на дачу, тебе раньше едешь и едешь по полям, а сейчас едешь, смотришь, там, ну, типа, видно что-то красивое, там, поля, леса, горы, там, реки, холмы, ну, всякое такое. Просто начинаешь даже, не знаю, вот обычные вещи как-то смотрятся для тебя по-другому. Так что, народ, опираясь на эту историю, я думаю, каждый из вас с плохим зрением сделает вывод. Но мне реально кажется, то, что стоит делать эту операцию, потому что, в принципе, она стоит никаких прям больших денег. При этом мир будет видеть по-другому. У меня вообще чуть-чуть село зрение, как примерно минус 0,5, минус 1, и уже чувствую дискомфорт ночью. Ну, в дальнейшем, думаю, лет 35-40 я себе обязательно сделаю. Ну, а пока еще зрение позволяет. Но если у вас минус... Какое зрение было? Минус 2,5, по-моему, примерно. Минус 2,5, то, ну, вот как бы. Да, это система стоит в описании к этому видео я оставлю почту, пишите на нее свои истории и возможно, ну невозможно, точно в дальнейшем мы запишем еще пару подобных историй. Это не обязательно должно быть связано со зрением, возможно это будет связано там, не знаю, с какими-то другими травмами, там, с коленками, с локтями, там, с позвоночником. В общем, пишите истории и в дальнейшем обязательно что-нибудь замутим. Ну а это была история Грина, его зрение. Все, давай. Вить по-новому. Да не за что. Также, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч.